Для меня лично патриотизм – это любовь к родине, прежде всего, любовь к народу, уважение традиций и почитание традиций этого народа. Как могут помочь и что делают патриоты за рубежом, то я могу сказать, что мы с удвоенной силой взялись за то, чтобы это объяснять. Мы объяснили, вот я лично, я и мой муж, мы очень много общаемся с англоязычным населением. И мы объясняли им, что происходит, что на маленькую миролюбивую страну, в принципе, у которой были внутренние проблемы в тот момент, сразу началась внешняя агрессия. Я, например, считаю, что подлость со стороны России напасть на Украину, особенно в такой момент. Я не могу понять эти истоки, я не могу понять, как могло такое случиться в современном мире. Но такое случилось. Поэтому нашим воинам мужество и отваги, нашим матерям, которые отправили своих сыновей на войну, дождаться их с войны, женам дождаться своих мужей.